На Ямале утвержден единый региональный стандарт по обеспечению учеников горячим питанием. Это базовый документ, который вводит общие требования для всех школьных столовых. В едином стандарте 15 направлений, среди которых принцип составления меню, требования к поварам, помещениям и материально-техническому обеспечению школьных столовых, осуществлению производственного контроля, определению льготных категорий, сообщили в Заксобрании Ямала. Заключили договор о научно-практическом сотрудничестве, да, с Новосибирским научно-исследовательским институтом гигиены Роспотребнадзора. Поверьте, когда участвуют в этом пилотном, даже пусть проекте, 47 школ, и это все муниципальные образования, то, безусловно, наша организация питания, она только будет улучшаться. Кроме того, стоимость блюд в школьных столовых будет одинакова во всех муниципалитетах. По словам руководителя окружного департамента образования Марины Коровец, единый подход к стоимости уже определен. Одноразовое питание будет стоить 85 рублей, двухразовое – 170 рублей. Новшества вступят в силу с 1 сентября. Отмечается, что планируется обновить оборудование школьных столовых на 77%. Модернизацию должны завершить в 2023 году. Я бы искренне рекомендовала всем муниципальным органам власти, да, и те, которые обеспечивают именно и работают в образовании, нужно детально этот стандарт изучить, привести свои нормативные документы на уровне муниципалитета в соответствии с этим региональным стандартом и, безусловно, исполнять этот документ целиком и полностью.